be again. Allow me to pick up where I left off. The biggest phenomenon, and I replace it with the pen. They just wanna talk that stuff till I hit them with the real news. They want us to say something, but you don't wanna hear it. You can talk bad all day long, I will never be impressed. Don't know what I need to make you feel like you're yelling upset. Лиси? Кто спрашивает? Мы говорили по телефону. Мы от Беа. Ну, насчет игры. Какой игры? Эй, да я же прикалываюсь. А что, по-твоему, мы тут делаем? Смешно. А вы навели шороху. Я не только про Беа. Кака сказал отнестись к вам серьезно. Правда? Он так сказал? Кака говорил обо мне? Нет, обо мне. Я слышал. Мы все ждали вас. Это будет хорошая игра. Сперва разомнетесь? Не спешите. Спасибо. У него ж бугаи в команде. Иси у них по технике, а все остальные по физике. Так что побольше пасов, поменьше борьбы. Разминаться-то будете? Как скажешь. Всем привет, ребята, с вами Локи, и мы продолжаем проходить режим Вольта FIFA 21. Поехали. Мы уже, друзья, в Милане, и у нас идут очередные матчи. Теперь уже игра 5 на 5. Площадка чуть побольше, как мы видим, и ворота больше. Да и, собственно, футболистов в команде тоже больше. Ну что, поехали. У нас теперь ярко выражен есть голкипер, который забирает мяч руками. Здорово. А в центр получится передачу. А до удара дело так и не дошло. Но пока соперник очень неплохо играет в пас. У нас такие некие кошки-мышки. Ну вот попытка дальнего удара, и в итоге для них это ничем не увенчалось. Вот сейчас хороший выход, удар по воротам. Вынимай. Вот здесь именно уже уличный футбол. Это меньше фристайла, больше именно передач. Важность голов, и наш парень Фредди забивает. Кстати говоря, купил я ему татуировку на руку. Главное сейчас в центр не получить передачу. Опасно добивание, и все-таки 1-1. Но немного мы расслабились, и здесь очень технично, конечно, разобрался против нас футболист команды соперника. Сейчас здорово, выход, удар по воротам. Классно. И сюда, в центр. И должен быть... Да, мяч должен быть наш, но я не думал, что мы будем разводить его от своих ворот. На ход. Здорово. Ну же. Есть. 2-1. Прикольная, кстати говоря, продавалась такая повязка на голову. За... Тоже, по-моему, 3500 очков. И тогда прическа нашего парня становилась в два раза больше. Но я выбрал татуировку в магазине. И теперь, наконец-таки, татуировки сделали, что вот она в полную руку. Я не знаю, почему такие проблемы возникают. Сделать это то же самое в карьере обычного игрока. 2-2. 2-2, ребята. И Франзини забивает. Неплохо. И сюда, в центр, и тут же удар. Есть. 3-2. Ну, игра прям идет на встречных курсах, никто не сдается. И здесь не успел их вратарь просто отразить мяч. Трей забивает. 3-2. Мы снова впереди, не знаю, здесь до скольки. Также до 5 голов идет игра. Вот,
Хороший отбор. Не получилось проскочить мимо соперника. Ой-ой-ой, какой раскат. И наш голкипер, красавчик. Ну и все, контратака. Удар по воротам есть. Ну, ребята, здесь уже действительно командная игра. И соперник волнуется. Да, план такой. Пока что план работает. Ну, прикольно, смотрите, теперь они добавили вот эти вот заставки прям посередине матча. Еще один выстрел. Выноси. Хорошо. Классно. И на дальний, и сюда. Все. Победа. Ну и теперь у нас, ребята, идут тренировки. Давайте посмотрим, что нужно делать. Ага, вот так вот, да? Контролируем просто мяч. И теперь удар по воротам. И, как я понимаю, да, с каждым мячом нужно так делать. Теперь у нас есть еще и соперник. Не попал, но 10800 мы набрали. Ну ладно, это испытание пройдено. Тренировка игры по обороне. Но вот это будет уже сложнее. Пока как-то я вообще не понимаю, что нужно делать. Хорошо. Отлично. Пропустили. Еще три. Ну все, это уже пройдено. Когда вот нет этих полосочек, даже немножко легче. Последняя попытка соперника, и мы отбиваем. Ну куда ты побежал, дружище? Не знаю, это парень или девушка, так вот сразу сходу не сказать. Так, а вот теперь я вряд ли догоню. Ага. Так, ну еле бежит. Я чувствую, нам нужно будет прокачивать именно скорость нашего игрока. Потому что, ну посмотрите, он не может догнать соперника. Мы забили. И сюда аккуратно в ворота катнуть. Ух, вот это здорово, он спас. Но за счет того, что я забил гол, сейчас искусственный интеллект соперника проигрывает. Ну серьезно, ты будешь бегать по всей арене? Не попал. Но это плюс копилку нам. Ага, теперь 2 на 2. Здорово. Ну и все, бежать вперед, забивать гол и выигрывать в этом соревновании. 3000 против 200 очков. Последняя попытка соперника. Честно, интересно мне вообще посмотреть, кто вот эти вот люди с нами в команде. Вроде это не девчонки из нашей команды, но мы проходим испытание, мы открываем новую прическу и... Что, все?
Так, отлично. Ну, что-то похожее я проходил в FIFA, когда надо вот в этой зоне удерживать мяч. Так. Давай, 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 давай. Нужно забить просто сейчас гол. Я не попал, ребята. И сейчас все решится. Выиграли мы или проиграли? Мы выиграли на 40 очков. Слушай, играли по-настоящему. Я даже не ожидал. Должен сказать, что будущее у вас есть. Жду реванш на улицах и кумирах в Дубае. Пока. Довольно быстро как-то мы прошли Милан, мы прошли также Сан-Паулу с Кака. Здесь нужно было сыграть один матч, выполнить 4 тренировки. Теперь мы отправляемся в Сидней, там также один матч и 4 тренировки. Ну, где этот чувак? Сказал, что в это время уже будет. Вон он вроде. Привет. Простите за опоздание, долго снимали. Я Эдван Гилс. Очень приятно. И мне тоже. Если у тебя еще есть работа, мы подождем, пока ты закончишь. Нет, снимем игру прямо сейчас. Ладно? Ага, без проблем. Сейчас настроимся. Команда Эдван Гилса. Они могут мяч держать вечно. Легко не будет. Только не давайте им времени, да? Играем жестко до конца. Может, пока они настраиваются, разомнемся? Давайте тогда, ребят, сначала пройдем тренировку передач, а уже после сыграем матчик. Что хотел бы сказать, странно, но мне кажется, Эдвард Гилс выглядел в прошлой части немножко иначе. Хорошо, тысяча есть. Сюда, сюда, дальше на ход. Не попали. Ну все, это испытание мы уже точно прошли. Прям раскатываем. Красивенько. Синие шлепанцы. Неплохо. Еще одно испытание выполнено, и нам дают майку. Так, вот здесь будет уже посложнее. Нужно сдерживать сейчас соперника. Здорово. Контратака. Забить не смогли.
Последнее испытание. Нам дают шортики, но здесь, как мы видим, целыми наборами за тренировку получаешь награды. Здесь у нас такой летний вариант. Так, а теперь нужно быстренько делать передачи. Выиграли? Да. Ну и еще одна майка. Мы, ребят, размялись, получили все 4 награды за тренировку. Теперь можно отправляться на игру. Наша команда готова. У нас идет путь... Да, Дубай. Но все-таки мне кажется, как будто это, знаете, какая-то подстава, и что это не тот парень, с которым мы должны были играть. Забить не вышло. Хорошо. Ну же, забить! Нет, не попали. А момент был великолепный. Ну и нам не могут забить, хорошо. Здесь уже есть угловые. Ух, как наш вратарь потащил. Это было круто. Забить! Есть. Первый пошел, ребята. Но чувствуется разница вот именно в самих стилях футбола. То есть вроде бы это все уличный футбол, но вот здесь больше, конечно, передач каких-то решает. Здесь нет уже стенок. Передача на голкипера. Не повезло. И посмотрите, как много передач делает соперник. Снова через голкипера. Они пытаются нас раскатать. Ну а в итоге контратака. И уже мы раскатываем. Не получилось только лишь ударить. Молодец, вратарь. Ну, слушайте, у нас команда девушек играет очень классно. Ну, вот сейчас разгоняем атаку. Вот так вот. Хороший мяч. И классная голевая передача. Два ноль — это уже неплохо, но не стоит расслабляться. Ой-ой-ой, обидно. Здесь от штанги мяч попадает в нашего голкипера. И мяч заскакивает в ворота. Ой, а вот здесь уже красиво забиваем мы. С какого острого угла мяч заскакивает в ворота. По-моему, тоже немножко чиркнул голкипера. И 3-2. Снова перевес в два мяча.
Ну что, ребят, это было красиво. На технике соло прошли по флангу. С монтажом будет классно. Отметь нас. Ага. Решающий гол. Если сейчас мы забиваем, ребята, то мы выиграли. Снова через голкипера последние 5 секунд. Отлично. 4-1 в первом тайме. Нам нужно забить всего лишь один мяч. Но и при этом постараться не пропустить. Здорово, отличный отбор. А вот здесь пас бы чуть побыстрее, накрыли. Ну вот действительно, они прям, знаете, вот очень-очень много действий. Очень много передач. И действительно, как и говорили, они держат мяч очень здорово под контролем. Но не всегда, как говорится, владение приносит тебе победы. Да, обидно. Обидно. Ну ладно, сейчас будет мяч у нас. Попробуем сразу забить. А мы тут же его теряем. Ну вот с этими ребятами уже тяжело. Действительно очень здорово. Мяч у них ходит в ногах. Ну и все. Пошли вперед. На пустые. До свидули. Всем привет, простите за задержку, но нам только все смонтировали. Матч просто загляденье, спасибо вам. Если попадете в Дубай, то еще один снимем. Да, только результат будет другой. Ну вот этот персонаж в прошлой части Вольты был вот таким вот, как он сейчас есть на этой аватарке. А здесь в игре это просто какой-то лысый мужик из GTA San Andreas. Но тем не менее, ребята, мы прошли Сидней, мы прошли Милан. Увидимся с вами в следующей серии. Поддержите ролик лайком. С вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.